улице пересечения перекресток Ангарской улицы с Коровинским шоссе. Вот там начало Ангарской улицы, вот машины едут. И туда дальше нам по Ангарской. На Коровинской. Сейчас я поеду. Вот туда приеду на ту остановку и поеду домой. Вот туда. Вот такой перекресток довольно опасный. Здесь аварии случаются. А я приехала вот тут от станции Грачевская. Вот здесь. Оказывается, очень удобный автобус. Ходит до речного вокзала. Вот я вышла и прошла в наш канцтовары. Вот здесь я была. Хороший. Значит, книжный. Вот сам книги, магазин книги. Каким хорошим был магазин. Очень хороший. Вот книжные, дальше была фотография у нас, которой нет. Где-то вот здесь где-то она была. Вроде вот здесь, вот здесь, да. А сейчас там, кстати, есть Сбербанк, отделение Сбербанка. Тоже удобно, когда бываешь здесь. Да, и вот этот книжный очень хороший был. Хорошим, большим. Сейчас он наполовину. Вот я сейчас жила там. Концтовары кое-какие себе купила. Ну, то, что нам надо. Кое-что купила. И землю для цветов грунтовую. Точно вот в этом магазине канцтовары. Сейчас там горшки продаются для цветов и землю для разных цветов, для рассадок. Еще свою сумку покажу. Вот моя сумка. Ах, какой был магазин. А сейчас там, ну, тоже очень интересный, большой выбор канцелярских товаров, большой для деток, тетради, учебники школьные какие-то есть, ну, и много всяких принадлежностей школьных. В общем, очень хороший магазин, он и был, и есть, только по площади он стал наполовину меньше. Дорогая аренда, вот как я сейчас тоже вспомнила, говорю, какие вы сейчас маленькие. Ну, все так компактно. И на Малой площади они говорят, дорогая аренда, пришлось нам вот так ужаться. Но книжный очень хороший. Люди приятные работали и работают. Да, удивительно, да. Да. Такое место еще осталось с советского времени. Очень хорошо. Хожу сюда, захожу. Да, какой здесь дом, давайте наведем, посмотрим. Дом, это Коровинское шоссе, дом 20, да. Дом 20, наша улица. А вот в конце этого дома, в конце этого дома молочная кухня была, куда мы каждый день, ну, когда не болели, приезжали, приходили. Ну, как правило, сюда приезжали на автобус, обратно уже пешком. А, да, вот в этом доме 20, далеко от дома. Правда, далеко. Иногда обратно вот через парк. Сейчас он Ангарский бульвар называется. Был парк Дмитровский. Такой
название было. Ох, я тут сумка. Да, это чаще. По пути магазина и домой. Вот он, коротко сейчас. И я сейчас вот пойду на эти остановки. Зайду вот эти магазинчики. Вот на эти остановки. С этой остановки доеду до дома. Мне нужно вот в ту сторону. Давайте пройдем немножко до угла. Вот такой перекресток. Опасный. Да, вот в той стороне. А здесь Ригер Сити видим. Давайте пойдем. Вот здесь Ригер Сити. А это что? Неужели Останкинская башня? Да, далеко. Не вижу так далеко. Но это Селигер-Сити. Вот. А. Дом Рембрандт. Да. Вот так издалека виден наш Селигер-Сити. Здесь район Западная Зиконова. Ангарский пруд. Вот такое место. В нашем районе Западная Дегунина. Вот пятиэтажный еще стоит там. И следующий стоит. А вот он, новый дом по реновации. Надо подойти поближе посмотреть. Дом 30, Ангарская 33. Он был. Вот он на Ангарской улице. Вот там дом с книжным, хорошим магазином. Еще раз посмотрим. Ах, мне очень нравится. И люди приятно работают. И ассортимент книг и канцтоваров хороший. Здесь Ангарская улица продолжается. Здесь такие дома. Да, там тоже побывает. Посмотрим, открылась или нет. Мне в МФЦ надо, я обязательно сюда приеду. Да. Приду, приеду, а на обратном пути пройду пешком. Вот отсюда. И через парк или вот так. Ну, поснимаю обязательно. Наш северный округ города Москвы столица сегодня, 8 июня 2022 года. С транспортом у нас здесь очень хорошо. Кроме Пресельгерска здесь ровно 2 километра. Проверено, отшатано. Ходила и хожу до сих пор, когда хочется прогуляться. Наш район Западная Дегунина. Ах, такие знакомые места. Боже мой, Боже мой.